Традиционная весенняя уборка обернулась опасной находкой и уголовным делом. Сегодня в подвале многоэтажки Иркутска коммунальщики обнаружили тротиловые шашки, патроны, а также гранату. Они находились среди старого мусора и были присыпаны землей. Территорию незамедлительно оцепили, было принято решение эвакуировать людей. В это время в квартирах находились пенсионеры и мамы с детьми. До выяснения всех обстоятельств около 50 человек в течение часа были вынуждены находиться на улице. Опасную находку изъяли и передали на исследование в экспертно-криминалистический центр. Кому принадлежат боеприпасы, теперь предстоит установить специалистам. Страшно было, знаете, когда мы узнали, что, оказывается, там это лежало уже не один месяц. Вот тогда было страшно. А так, как бы, ну, мы-то поняли, что это какая-нибудь там шутка, розыгрыш или какие-то учения. Получается, что мы на пороховой бочке жили. Не дай бог бы рвануло. Ну, тут вообще рядом. Страшно. Как сегодня спать будете? Ну, переживания это все равно до сих пор. Не дай бог, вот, ну, что за случай непонятный? Кто вообще принес это все? Не знаю, страшно.